Всем ассаламу алейкум и всех приветствую на моем канале Гаджи Гаджиев. Под такой прекрасный закат я решил начать этот выпуск, потому что я купил машину. Не для себя, не для чтобы розыгрыш сделать, а сделать кое-что очень грандиозное и очень интересное. Вот ключи, чтобы вы понимали, я даже не посмотрел эту машину. Мне скинули фотку, сказали, вот такая машина есть, он там стоит. Я перечислил деньги, мне передали ключи, я приехал за ней. И вот на этой парковке она находилась, я ее искал минут 15 и нашел. Вот же она. Короче, друзья, я купил копейку. Ай. Такой запах, понял? СССР, бля. Мне предыдущий хозяин сказал, что она стояла 3-4 месяца. Я думал, здесь вообще аккумулятор нет. Подсос. Мне кажется, бензин просто бак высох здесь. Ох, блин. Я охренею, если это заработает. Не работает. А шалит, прикинь. Мы что, блин, аппарат взяли, что ли? Это что сзади? Что за подиум? Главное, чтобы она завелась. Но человек сказал, правда, машина очень долго стояла, я за нее ничего не... Я охренею, если здесь айфон найду. Чернитель для обуви, светодиод, штрафы и овен. А может что-нибудь еще здесь интересное будет? Ва-ба-бай. Самая нужная вещь, набор. В принципе, с машиной мы познакомились, но она не заводится. Блин. О, прикинь. Сколько она стоит здесь, интересно. О, новый трос. Новый что, ну? Антифриз, наверное, проблемы. Азелит и 10 на 40 масло. Ну, классика, да. О, шумка. Ага. Зная, чем мы столкнемся, заранее купили бензин. Не, хорошее состояние. Добротное. Я как ненавижу это слово, добротное. Заведем ее. Ай. Вы пока не смотрите на ее внешний вид, потому что мы ее будем собирать до тех пор, пока она не станет куклой. Сейчас самое главное ее завести и колеса подкачать. Там подсос есть внутри под капотом. Давай-ка ее сделаем. Слишком много не делаем, она полная. Да ну! Работает! Ну она заводится, короче. Тут, видать, карбюратор почистили, что-то надо сделать. Давай толкнем ее. Она прилипла, что ли? Сейчас подкачаем колеса. Ну мне что нравится в этих вазах, тазах. Они такие легкие, блин. Просто посмотреть на нее. Я что-то один ее не перевернул. Интересно, как на дороге она будет себя вести? На дороге нормально, обычно. Аккумулятор умирает. Исправим, короче. Давай-ка столкнемся. Стоп! Тормоза работают. Такой руль тонкий, как будто проволоку держишь. Теперь вперед. Пошел. Да, ну она же завелась, что с ней? Блин, или я взял бала, или же я взял хорошую тачку. Напишите в комментариях. Стоит отдать должное подкапотному пространству, потому что оно здесь, можно сказать, ну идеально. Ни грамм масла, ничего лишнего. Запах, что бензин есть? Аккумулятор. Может, надо было посмотреть ее перед тем, как купить хотя бы, не? За 1000 рублей я ее заведу. Что? За 1000 рублей. Еще раз. За 1000 рублей я ее заведу.
За 1000 рублей заведешь? Заведи. Если заведу, короче, оператор, кричи, за 1000 рублей заведу. Вот 1000 рублей, давай, заведи. Если... Если аккумулятор посадишь, новую покупаешь, давай. Выйди. Как GTA жизнь. Короче, что играться? Сейчас мы отбуксируем к мастерам, пусть они уже смотрят, потому что время убивает любые тачки, особенно BMW. Давай сделаем такой переход. Хотел сальто сделать, вспомнил, не в тех носках я. Короче, мы переместились на мойку, сейчас помоем ее и посмотрим, какая она под этой грудой пыли. Кстати, я нашел документы тоже ее, там в бардаке где-то. 85-й год. 85-й год. Короче, прошло 3-4 дня, как мы оттуда купили эту копейку и загнали сюда. Нам поменяли свечи, выставили зажигание, почистили всю карбюраторную систему и завели. Ну, вышли проблемы, короче. Машина не давала электричества, не работал генератор, и в этом нам помог наш урган. Шестерочный, да? А в чем? Ну, 4 в общем. 4, да? В общем, да? Минус еще 4000, да. Такой переход сделай. Давай, раз, два, три. Ты объясни, чего не хватает этой машины? Тюнинг, да? А, не, погоди, сейчас скажу, классик, да, еще на классике было? А? Чуть этого, движок сделать, а я его так. Тут сток движок, она нормальная, и сейчас мы как сделаем ее, я сам не катался на ней. А, я за руль сяду, да, вот тебе? А? За руль сяду, да, я. А, ты за руль хочешь? А. Если хочешь, сядешь, если умеешь водить. Да, умею. Точно? Соло-ло. Короче, бабки есть? Сейчас тебе Нишко, да, Нишко, о, да. Как? Копейка. Копейка. Копейку давать? Сколько? Копейку давать? 100 рублей. 100 евро. У меня есть, что ты понимал, настоящий биткоин. Биткоин нет, да ну нафиг. Соула очми. Наконец-то машина готовая. Она не поехала, но на ней уже ушло 20 с копейками тысячи рублей. Но есть еще тут над чем работать, но уже столько ушло. Ну что, она сейчас работает, заводится, едет, не урган? Бома-бома вот смажала вот. Смотри, туда глаза будут коситься, вот так. А шалет реально не. Косятся, да, глаза? Сюда. А почему ли? Ехали, друзья. На. Как? Хочешь ему? Дин. Ехали, друзья. Ой, она едет. Ва-па-па. Бока. А, шалим. Так есть, смотри, ахи. Сзади кто едет, ты? Сзади. Сауразо. Тормоза где? Тормозов нету. Да нет-то, брат. На его панику ты видел. Дай. Сауразо. Это блядь, что ли? Это шестнарик, да, вот си? А? Шестнарик, да, это вот си? Какой шестнарик? Сток полный. Родной, что ли, вот си? Ну да. А, да, да, ска! Бережная мимика, запудренная голова, слепого человека привела сюда. Становить это безумие, по-видимому, не было желания никогда. Страшный сон пацифиста, злобный министр, замыкал провода. За руль сел в урган. Александр? Стой. Засадь. Тише, это тормоз зажми. Тут все, тут яма тут, яма. Все понял. Яма. Моя Аллах. Салайк. Тормоз зажми.
Я такая, да, че такая, понял, бумал. Ты внутри опасный. Опасный, даже опасный. Дно там оставил цим. А посмотри, дно есть там, посмотри. Дно есть, посмотри, дно. Нет, дно. Не, нормально, все четко. Дно внизу. Не, не, нормально, все нормально. Внизу. Да, есть, да, есть вот. Есть? Да. Мы приехали на рихтовку. Сейчас будем вот этот кусочек рисовать. Менять помпу, потому что она нагревается. Сними это. Видишь? Согревание нагревается. Это получается, нам надо менять помпу, рихтануть и уже будем красить ее. Небольшой видеоурок от Вургама. Покажи, как нужно ездить. Как мне ехать? Это пацан опустил, это брат. Понял, брат, здесь. Это спустил. И потихоньку это опускаешь, брат. И теперь вытягиваешь. И вот так вот. Еще раз на русском скажи. Пацан, когда ремень надеваешь, вот, алихам для горы, вот, себе доверенным баешь, вот. Доверенным или уверенным? А, да, уверенным, вот. И смешкаешь, вот, перестаешь, пацан, и алихам для пацан, когда трогаешь, вот. И на вторую, потом. И потом... После второй какая идет? Третья. А после первой? Вторая. После задней что идет? Задней не даем, вот. А зачем давай, дальше? По задней пятой идет. Задней не даем, короче. Пятой даем, вот, пятой даем, понял, вот. Тут четырехступка коробка. Ага, забыл, вот, четвертый. Надо забыться. Короче, давай загоним на рихтовку ее. А, ну, давай, поехали. Задний ходи, вот я знаю, где будут. Давай задний кинь. А ты умеешь, блин. Сейчас мы... Не, не, задний, задний. Сейчас мы доделаем ее, ты, мы покрутить поедем ее, хорошо? Долго будем, да, вот, мне долго не надо, вот, вот. Эй, нормально веди себя. Поехали, короче. Мы приехали в наш такой мини-детейлинг. Будем преображать уже ее, красить, там капать, полировать. Заезжай, брат! Мы сделали подбор краски, рихтанули крыло, как видите. Давай, давай! Направо! Короче, мы взяли это. Глянец. Обезжириватель. Краска, подбор. Будем закапывать. Это наш прекрасный малярчик. Шпаклевка. Это. И это. Сейчас наши ребята приступили к работе. Снимаем для начала бампер. Начинаем шпаклевать крыло. А шпаклюем, подготовим и покрасим, короче, да? Взял также такую штуку, чтобы закапать все точки. Короче, сейчас снимем вот это весь хром и будем красить его. Специальная хромовая краска. Машину половину уже отполировали. Такой вид на глазах, машина просто преобразилась. Это то, что она годами стояла, она очень долго стояла. Она, ну, выцвела, да, и полировка, я не думал, что такую большую разницу даст. И сейчас вот эти тоже штучки сняли. Их тоже сейчас антихромом покрасим. Я думаю, она будет намного красивее здесь вот так выглядит, хромированная. Шкурим, готовим тачку. На улице уже светло. Покрасили все это специальной хромированной краской. Кстати, бампер не нашли мы нигде. И решили покрасить тоже хромированной краской. Ну, вроде результат нормальный. Не знаю, сколько это дело будет держаться. Грунтовали, отшпаклинули всю машину. Сегодня покрасим и уже, надеюсь, выгоним. Все. Короче,
Машина уже, можно сказать, готова. Номера поставил, колеса починил, покрасил, отрихтанули, шпаклинули, покрасили. Все, что можно было сделать в моих силах, я сделал. Технически, внешне машина сейчас, на мой взгляд, выглядит, не скажу идеально, но ближе к идеалу. Мы даже это зеркало поменяли. Потому что она не сушилась, то было не рабочее. А это, видите, рабочее. Чтобы задок не ударился, я рукой держу еще. Она туда тянет, я держу. А, нет, слегка все-таки зацепил. Нет, слегка, нормально. Ну что, наша машина готова. В самом начале ролика я вам говорил, для чего я ее брал. Звук вышел. А, это пластмасска бьется, нормально. Я уже испугался, звук мотора услышал, такой у меня уже мандраж начался. В самом начале ролика, я не помню, говорил или я не говорил, эту тачку я купил специально для подписчика и собирал исключительно для него. Это будет совсем необычный розыгрыш. Как он будет происходить, вы увидите буквально через пару минут. А прямо сейчас мы поедем на ту локацию. И все, поехали. Так, опа. Погнали. Хорошо, поработайте. Издалека долго движется черная Волга, и будет выть волком тот, кому она едет задолго. Все стекла в осколке, семейное фото падает с полки. Причин никто не поймет толком, но объявят траур в этом поселке. Тут даже мент не готов, тут даже мент не готов. Резина не вышла, брат. Для вас это кусок, но предыдущий кадр был, знаете, чтобы вы понимали, сколько? Я же в лице поменялся, я поставил, это был года два назад, последний кадр, когда я уехал. И спустя два года я решил эффектно подъехать. За эти два года произошло очень многое. Эту машину у меня украли, я ее нашел, потом обратно что-то, блин, ее разобрали, я ее обратно собрал. Эту машину, блин, это самый, наверное, долгий мой выпуск в моем канале. Ну, вообще, в реальной жизни, который шел. Буквально две недели назад я решил за нее полностью взяться, я взял ее, собрал салон, поставил новую резину, сделал полировку, керамику, химчистку, сделал такую дубайку, пленку, как она называется, темно-синяя. Полностью технически, ходовую, электронику, все, поставил музыку, полностью ввел в ее идеал, и все. Я, который хотел спустя два года эффектно подъехать, и... Что делать? Мы ее сможем подкачать, брат. Мы это сделаем, я сделаю тебе, помогу, брат. Просто давай вперед толкнем, вот насос достанем. Не слезла, я посмотрел. Насос где достать? А у него машина. Завершай. Сумасшедшая. Широкоплечащая. Не снимай, брат, не снимай. Короче, неделю-две назад я ее забрал. За эти два года мы стали кентами. Тихо, тихо. Вот что идет Шкода? Подожди. А вот так стану. Идет Шкода или едет? Едет, едет. А бабалям, бабалям. Синий трактор едет. Давай, у него... Две недели назад я забрал ее, сделал полировку, керамику, химчистку. Сделали, поменяли стартеры, генераторы. Все. Ну, он тоже помог. Блин, сделали все, машину перевели, полный идеал. А для чего я это все делал? Блин, расскажу попозже, потом сейчас у нас... А перед тем, как мы продолжим ролик, сейчас поедем, заберем Сагида. Не пей мой адрес. Перед тем, как мы продолжим ролик, давай поедем. Просто сайт. Осуществим Загина мечту, брат. Осуществим Загина мечту. Загинтин, брат, это день твой, брат. Поехали, брат. Кто пил? Кто пил? Зачем? Какие два глотка, она пустая, брат. Не клянись до холода. Он знаешь, какие глотки делал? Он открыл и открытым ртом на...
я слышал звуки, понял, как он глотал. Получается... Полгода назад у Загида забрали гранту. Полгода Загид был без гранта. Теперь сегодня, прикиньте, сегодня так совпало, так, что сегодня ему дали пропуск. Сказали, иди да, иди да отсюда, блядь. Иди да, забери свою гранту. Забери, блядь, свое говно забери. Я сказал, да, это говно, я заберу. Знаешь, как можно определить, что это говно? По его документам, брат. Брат, это даже не говно. Брат, это даже не говно, брат, реально. Я знаешь, как это называют? На все случаи жизни, знаешь, как это называют? Лучше, чем ничего. Делай. На! Эй! Ай! Пока твоя машина была на стоянке, ты ездил на этой копейке. Что ты считаешь, брат? Фу, они у меня в выпуске увидят, как я 170 ложил на ней. Серьезно? 170. Да не говори. И плюс я чугунный шток поставил. Если кто разбирается в «Жигулях», тот поймет. Мы. Ты себя куда засовываешь, скажи, да, блядь. О нем речь не шла вообще, ты задний полностью. Эй, когда о тебе речь не идет, ты зачем общаешься, скажи, да. Реально педали закрыли. Я не прошу, я вас не прошу. Вы моего друга мозги оскорбили. Дядя, внимание, не обращайте на них, они... А? Нет, нет, нет. Бля, это при чем? Я тебя за таблетки тоже не прощаю. Это при чем, брат? Эй, я готов был клянуть всю дорогу перед ними извиняться, но вот после этой слова... Таблетки нормально? Да, прикинь. По сути, правильно говорит, таблетки нормально? Ну, нормально. А что не нормально-то? Нормально. Пошел. Вторая. Вторая, пригород. Вторая таблетка. Третья таблетка. Ща. Ща. Иди, без разницы, я прямо еду. Одна таблетка. Вторая таблетка. Да, бля, не мараси, бля, эй. Эй, бля, не делай это, бля, не шути тогда. Не делай, тем нет у нас. Ну скажи, машина идеальная. Машина альчик, бля. Просто два самореза осталось, просто на седуху. И машина альчик, бля. Если не смотри на это, бля. На этом чугунном штуке, брат, за слава могу ответить, что я на ней спокойно дойду до Краснодара. Загид, ты ждал этого полгода, бля. И этот день настал. Момент есть. Есть момент? Момент настал. Салам алейкум. Салам алейкум. Нам с насосом можно заехать, давцы? Давай, я бомбовый, брат, бомбовый. Чтобы вы понимали, это приставская стоянка. Тут машины веками, годами. Днями. Ни одно слова нету лишнего из того, что ты сказал. Веками, ну чуть-чуть больше, ну то, что век это 100 лет, да, если я не ошибаюсь. Но здесь реально машины десятилетиями стоят, брат. Десятилетиями. Сейчас, пока Загида гранта, то так и стояло полгода. Сейчас вытащим аккумулятор, сюда поставим на гранту, заведем и наконец-таки уедем. Оставь. Цепочка очень длинная, цепочка длинная. Так не делай, цепочка оторвется, а ты не остановишь. Бля. Проходи, да, вот твоя гранта в трех шагах. Полгода ты ждал, сейчас вот эта собака тебя остановит, что ли? Самое главное, это разными способами обойти эту гребаную собаку. Эй! Блин, честно, у него такая интересная история у этой гранты, скажи. Сначала после вашей темы на кольце. Короче, вкратце расскажу. Вкратце расскажу, почему она стояла. Теперь чё? Короче, его забрали за штрафы, за что такое. Тихо. Открывай. Полгода назад у меня купили рекламу в магазин одежды. И я сказал Заги, забери их, пожалуйста, я потом у тебя заберу. Он забрал эту одежду. У него забрали гранту и загнали. И полгода я не мог эту рекламу снять. У меня получились проблемы с рекламодателями, непонятки. Все такое. Вот одежда. Не, брат, ты сейчас на толпу делаешь эту одежду? Не делаю, это моя одежда. Как понять, брат? Я даже не видел, что это одежда. Нашинская, просто нашинская. Иди отсюда. Расселя. Собака думает, обезьян, кто сюда пустил? Первый запуск спустя полгода. Эй, тихо. Ой, какой сцепление мягкое, брат. Нажимай. Пожалуйста, иди сюда. Нажми, заводи. Умоляю тебя. Заводи. Отлично. Держи обороты. Не топи ты, блядь.
Ты меня позоришь. Отлично, отлично. Все, 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 забрал. Забрал, забрал. Драселя, все, все на месте, сервы, все, все. Заги на счастливое лицо. Зага снова на хайпе. Так, сейчас будет Зага снова на пике. Это самый. На эту паутину. Человек-паук кельды. Выезжай, выезжай. Не догонишь, не поймаешь. Драселя снова в городе. Зага дросит. Зага дросит в городе. Зага дросит в городе. Я уже думал, ее не выпустят. Выезжай, выезжай, выезжай. Выезжай. Отлично. Все, теперь обе легенды на улице. Нежелание кому, чтобы ваша машина рвала сюда. Это очень такая стоянка. Пока тебя не загнали. Поганые. Ой, бля! Все, мои друзья забрали гранту, и они меня больше не вспомнят. И ни меня, ни мою копейку, просто запомните. С этого дня вот ты только можешь вот за мной заехать. Ренат Загу можешь забыть. Все, Ренат Зага со мной дружили, пока им нужна была от меня тачка. Так, ну что, ребят, на этом, я думаю, этот выпуск мы уже завершим, потому что очень много чего произошло в этом выпуске, который я не смог вам показать, блин, если все это снимал бы, как ее крали у меня, как ее разбирали, блин, что только не произошло с этой тачкой, это уже в натуре легендарная тачка, но, блин, это все не получилось показать, блин, уже устал, 2.5 года выпуск шел, и пришло время его завершать, думаю, за такие старания вам не сложно будет просто поставить хотя бы лайк, оставить комментарий, потому что это очень сильно продвигает меня, продвигает мой канал. Блин, что бы я ни делал, что-то не идет у меня почему-то. Я не знаю почему. Блин, я в натуре, что только не делаю. Кто-то работает, я пытаюсь тройне эту работу делать, но не получается, у меня не идет. Поэтому у меня только одна поддержка, это вы. Благодаря вам я как-то зарабатываю, благодаря вам я становлюсь известным, благодаря вам. Ну, все, что у меня есть в жизни, это благодаря вам. Поэтому я очень безмерно благодарен вам. Делаю и стараюсь сделать для вас четкий, мощный, грамотный контент. В свою очередь тоже хочу, чтобы, ну, так же было взаимно. Кстати, с этой тачкой мы очень скоро, я покажу, что мы с ней будем делать. Поддам подсказку. Все бегуны, спортсмены, готовьтесь. Эта тачка достанется одному из вас. Всем салам алейкум.